и страшный человек. Залезть на такую огромную, это же была гора, скала. Прикинь, ты залез. А, двенадцатиэтажный этаж, ё-моё. Прикинь, если бы я грохнул. Ты был на высоте, практически на краю, между прочим. Я бы хрен сюда залез бы. Страшно. Знаете, когда я вспомнил, я работал еще совсем молодым, мне было 19 лет, я работал реставратором в Эрмитаже, да? И там были скамейки очень длинные, большие. Очень высоко собираешься, да? Очень-очень высоко. На этих самых, на лисы называется. И потом, когда ты залезешь на самую высоту, ты все озерцаешь вниманием. И самое интересное начинается, когда начинает яйца болеть очень сильно. Даже не болеть, щекотно очень становится. Во. Это ужасно. Как преодолеть высоту? Что? Спрыгнуть откуда? Ну правильно, да, с парашюта, верно, все, верно. С парашюта. У Паши сегодня день рождения, поздравим его. Но, в принципе, я еще хочу сказать, что Паша у нас это единственный, кто реально Паулюс. Мы-то все, в принципе, там, Миша, там, Дамир, там, не знаю, ну, русские это все. А вот реально, вот смотрите, в глаза его посмотрите. Немецкие. Мы любим Пашу.